Народ завели, а тёлок нет. Пошли дальше. Ой, извини. Так, привет, я вижу, ты стоишь одна, и поэтому я задам тебе вопрос, как тебе концерт? О, вообще круто, мне очень нравится. Нравится? Ты отсюда? Да. Да? Как тебя зовут? Алина. Очень приятно. Мы нашли первую девушку. Вот. Ну, в общем, как ты здесь оказалась, на какую группу пришла? На Tell Me Fairy Tale. Еще раз. Tell Me Fairy Tale. Еще раз, громче. Ну, зачем так громко? Бывают стеснительные девушки. Вот, собственно говоря. Спасибо, спасибо тебе за то, что пришла. Сейчас ты их увидишь. Сейчас мы все воочию насладимся этим прелестным звуком этой охуительной группы, не побоюсь этого слова. Вот. А пока сними всех ребят. Да, да. В общем, народ-то проснулся, собственно говоря, вот люди уже обсуждают, как все произошло. Все было очень круто, но это еще не конец, мы идем дальше. О, ребята, а вы все фоткать идете? Пару слов быстренько, короче, как вам концерт? Охуенно просто, если без мата, без матюков, просто великолепно. Да всем похуй, говори как хочешь. Короче, это просто охуенно, я сегодня не хотел целый день материться. Вот туда смотри. Просто вообще, ребята, души, такое настроение, первый раз пришел на поп-концерт. Просто танцпол взорвали вообще. Друзья мои давно ходят, я первый раз пришел, просто по кайфу парка вообще. Спасибо. Тебе тоже понравилось? Вообще, все заебись. Блять, слов нет. Нет, вообще, блин, из другого города приехал ради концерта. Спасибо вам. Мы еще с вами увидимся. Все хорошо. О, вот этот парень мне нравится. О, привет. Как тебя зовут? Денис. Еще раз. Денис. Парня зовут Денис. А как тебе концерт? Нормально. Ты только что пришел, наверное. Я с самого начала. Говорит нормально, тут люди кричат охуенно, он говорит нормально. Но ничего, ты сейчас увидишь, сейчас на сцену выйдет Tell Me Fairy Tale, и ты сам убедишься, что все будет охуенно. Скорее бы, ну вот так вот получается. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Идем, вот. А сейчас мы приближаемся к логову самок. Чтобы не спугнуть, мы подойдем очень медленно и очень тихо. Скажите, как вам концерт? Пока неплохо. Хорошо. Ну, мои а что вы сразу? Привет. Привет, как тебе концерт? Супер. Все, вам понравилось? Мы игрушки ждем. Ждем. Я не буду говорить на эту шутку, но это очень смешно. Вы мне поверьте на слово. Вот еще девочки. Она убегала. Иди сюда, иди. Ребят, как вам концерт? Угарно. Нет, зашибись, конечно. Но еще старого материальчика будет зашибись за концерт. Старого материальчика какой-то группы, не ясно. Но старого материальчика у всех. Басист у вас сумасшедший, ребят. Кстати, говори, новый, все хорошо. Ладно. Новый тоже, кстати, как думаешь, понравилось. Новый басист какой-то группы охуенен. Запомните это. Скажи пару слов. Концерт был очень прикольным, мне вот довольно понравилось, и все было супер. Да не стесняйся ты, все хорошо, никто тебя не съест, мы все здесь добрые. Правда, каннибалы чуть-чуть, но, честно, тебя не будем есть, ты слишком милая. Приезжайте еще к нам с Павликом. Мы обязательно приедем. Приезжайте басиста. Это был единственный раз, когда мне сказали, что я не худой. Спасибо за внимание, мы еще увидимся. Давайте помашем в кадр, как мы все такие для массовки. Вот, все, спасибо за внимание.